На сцену приглашается лауреат международных и всероссийских конкурсов, актер театра безграничных возможностей «Жест» Александр Григорьев, город Великий Новгород, с песней «Самое красивое». Лесами теплые проносятся ветра, и запели весело и звонко соловьи. Я забыл, что ждут меня заботы и дела, о тебе пою и о любви. Самая желанная, самая красивая и неотразимая. Это ты. Самая ранимая, самая счастливая, самая любимая. Это ты. Как сберечь тебя от суеты и от тревог, чтобы ты не знала никогда про слово «грусть». Для тебя так мало я сегодня сделать смог. Не волшебник я, но научусь. Самая желанная, самая красивая и неотразимая. Это ты. Самая ранимая, самая счастливая, самая любимая. Это ты. Пролетают дни, не принося больших побед, но зато мы в лодке по реке плывем одной, и однажды встретим изумительный рассвет, и придет удача к нам с тобой. Самая желанная, самая красивая и неотразимая. Это ты. Самая ранимая, самая счастливая, самая любимая. Это ты. Самая желанная, самая красивая и неотразимая. Это ты. Самая ранимая, самая счастливая, самая любимая. Это ты. Самая любимая. Это ты. Спасибо. Лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Григорьев.